Я Анастасия Статных. Друзья, кто я такая и зачем вам нужно на меня смотреть и слушать меня? Давайте сегодня я поделюсь с вами 7 аспектами своего «я». И первый аспект моего «я» – я преподаватель йоги, а точнее – сертифицированный преподаватель йоги по методу Айенгара. И почему я делаю на этом такой акцент? На мой взгляд, это самый безопасный и терапевтичный метод классической хатха-йоги. Пункт номер 2. Я йога-терапевт и специалист по здоровой спине и женскому здоровью. Ну, я думаю, здесь ничего не нужно добавлять. Слово йога-терапевт говорит само за себя. Я сертифицированный преподаватель аэро-йоги. Это такое направление йоги в гамаках. И, на мой взгляд, одно из самых безопасных и терапевтичных. И очень созвучно с тем, что я уже делаю в классической йоге по методу Айенгара. Идем дальше. Пункт номер 4, мой 4-й аспект. Я аромапрактик и специалист по ароматерапии. И я убеждена, что эфирные масла – это один из самых универсальных, доступных способов по улучшению буквально качества жизни. Пункт номер 5 и мой аспект номер 5 – я предприниматель. Кроме того, что я преподаю йогу, я владею йога-студией в центре Екатеринбурга, управляю ей успешно уже более 4 лет и создаю классную команду экспертов-специалистов. И мои приоритеты в офлайн-практике и в офлайн-бизнесе йоги – это индивидуальный подход, профессионализм тренеров и атмосфера, в которую хочется возвращаться. Идем дальше, друзья, и аспект про меня номер 6. Я наставник международного аромасообщества. И здесь, как и в йоге, я сделала свое любимое дело своей профессией. И сейчас я помогаю это же самое делать наставникам, экспертам посредством интеграции эфирные масла в свое текущее дело, либо же помогаю и обучаю, как сделать ароматерапию своей основной любимой профессии. И в конце концов, аспект номер 7. Я человек, я женщина, я жена и мама. И я люблю эту жизнь, я люблю людей, которые меня окружают. Я люблю делиться с окружением тем, что я уже знаю, умею. И убеждена, что вместе мы можем сделать этот мир чуточку лучше. И чем же я могу быть вам полезна? Ну, во-первых, если вы давно смотрите в сторону йоги, если вы хотите действительно улучшить состояние своего здоровья, самочувствие, повысить уровень энергии, чувствовать себя бодрым и полным сил, добро пожаловать на йогу, и вы выбираете тот формат, который вам больше подходит. Это может быть групповой формат, либо же индивидуальная консультация по здоровью. Познакомиться с моими практиками вы можете на моем канале. Если же вы давно практикуете йогу, если вы опытный практик или же преподаватель йоги, или только мечтаете им стать, то добро пожаловать в мою команду. Я формирую целое сообщество йога-тичеров, вместе с которыми мы растем и развиваемся, усиливаем друг друга и поддерживаем друг друга. Если же вы хотите улучшить состояние своего здоровья и состояние в целом, я рекомендую посмотреть в сторону эфирных масел и ароматерапии. Поверьте, это действительно очень крутой инструмент для поддержания здоровья, молодости и ресурсного состояния для вас и для вашей семьи. Вместе с эфирными маслами вы получите в руки инструмент по оздоровлению физическому, ментальному, эмоциональному и духовному. Кроме того, вы научитесь разбираться в качестве и типах эфирных масел, погрузитесь в ароматерапию, а также получите мое бессрочное сопровождение и доступ в наше международное аромасообщество. А если же вы в запросе на любимое дело, востребованное и высокооплачиваемое, которое не просто принесет вам удовольствие, а буквально станет вашей миссией, добро пожаловать ко мне в наставничество и в мою аромакоманду. Я научу вас интегрировать эфирные масла и ароматерапию в ваш текущий бизнес, либо помогу сделать это вашим основным делом. Рада быть вашим проводником в мир здоровья и благополучия.